Наш сегодняшний пикет посвящен неприятию вот этого действия, которое себе позволяют уже, можно сказать, на государственном уровне. У нас по законодательству нашему пропаганда ЛГБТ любая запрещена. Американцы пользуются тем, что это территория их как бы посольства другого государства, и это не что иное, как открытый вызов нашим ценностям традиционным и нашему обществу. Вот поэтому, учитывая то, что в принципе малочисленное, крикливое, да, вот меньшинство, оно пытается формировать повестку как-то. Вот. И я считаю, что любой нормальный человек должен по мере сил протестовать против вот таких вот проявлений и против того, чтобы над нашим городом развивались пидористические флаги.